41-й год пришел, многих он на фронт увел. Ни покоя, ни добра, к нам пришла сама война. Проходили здесь бои, командиры полк вели. Много пало тех солдат, что в сырой земле лежат. Ну а мамы их не спали, письма с фронта ожидали. А когда их получали, то, молясь, они читали, что кругом идут бои, что жестокие они, что вон тот уже убит, а его жена не спит, плачет, молится, скорбит. От такого от письма мать воскликнула: «Ура! Слава Богу! Жив мой сын! Верь! Мы фрицев победим!» Ах, та подлая война много жизни унесла. Дети рано повзрослели, а иные посидели от ударов, от беды и от той войны, что внезапно так пришла, смерть и горе принесла. Тот, кто выжил в той войне, видит он ее во сне. Самолеты, танки, пушки, окна, ветхие избушки, холод, вечную печаль, видит смерть и смотрит вдаль. Ну а те, кто пал в боях, кто забыл, что значит страх, те, кто голову сложил, чтобы дальше люд наш жил, будем помнить мы о вас. Вы всегда живете в нас, в нашей памяти, в сердцах. Вы погибли в тех боях за победу и за мир, и за то, чтоб каждый жил, свою родину любил.